Александрович. Ему завтра народ на работу не принимают. Это точно. Стас. Было все вообще в порядке. Но если бы стойки еще не ломали, то надо было вообще не учить. Да не, нормально, я шучу. Женька, ты великий человек, который написал реально такие песни. Но клуб спросит, на самом деле. Клуб спросит. Кто сломал стойку? Сейчас, вы знаете, я же сказал, что вы проходите по канале. Это только начало. Вы подождите, это начало. Ребят, ну реально у нас сегодня день рождения. Это можно